Почти 400 мячей загнали в пузырь. Организаторы необычной акции решили попасть в книгу рекордов Гиннесса. Артистка шоу Людмила Дарина, уже известная своим мировым рекордом по высоте мыльного пузыря – 10 метров, теперь замахнулась на еще одно достижение. Шоу устроили в областном экспоцентре. Там закрепили обруч диаметром 10 метров. Участников ростом не ниже 152 сантиметров попросили не разговаривать и не шевелиться. Сначала организаторы решили поместить в сферу 276 человек и вдохновившись первым успехом, рискнули добавить еще. В итоге в мыльном пузыре оказались 374 добровольца. Отмечу, предыдущий мировой рекорд – 214 человек в мыльном пузыре – был зарегистрирован в Чехии. Сейчас Амичка ждет подтверждения от представителей книги рекордов Гиннесса. Артистка отмечает, при подготовке к таким шоу не обходится без сложностей. Мы конструкцию собирали 4 раза. Ушло у нас полных 9 суток на то, чтобы подрепетировать это все. Первый раз сломали конструкцию полностью, второй раз у нас не повезло нам с раствором, третий раз мы отрепетировали, потом был финальный монтаж уже здесь, вот на этой точке.